Здорово, дорогие друзья, и сегодня мы будем открывать контейнеры на таком проекте под названием Black Russia. Ссылочка на игру будет в описании, и вся подробная информация тоже там. И сегодня мы открываем контейнеры на 100 миллионов рублей, да, это огромная сумма и однозначно стоит твоего лайкосика. Контейнеры уже появились и очень много Дубая, я смотрю, давайте сразу налетим на какой-нибудь, давайте возьмем одеждочку, ну и конечно же поищем контейнер за 9 миллионов рублей, говорят сегодня окуп, ламбы, гелики падают, я, конечно же, поверю и сам проверю, так ли это на самом деле. И забираем вот этот вот контейнер. За 9 и 7 я на него поставлю. Да, много, ребята, ну а что поделать. Так, ребятки, кстати, я заметил, что вам рубрика про ГАЗ-69 не очень-таки уже и нравится, и поэтому я принял решение больше не открывать контейнеры только ради ГАЗ-69, а буду чисто ради интереса, так как вам это реально не очень-таки и нравится. Так, меня здесь перебили, давайте перебьем. Я буду снимать ролики одним дублем, потому что они получаются дольше и интереснее, можно как-то с вами повзаимодействовать, так скажем, с аудиторией, поговорить. Поэтому, я думаю, ребят, вам будет приятно. Ну, если что, можете перемотать, если вам не интересно пустые разговоры, можете перематывать. Ну, на самом деле, я бы на вашем месте остался посмотреть. Так, здесь у нас что за контейнер? Тоже за 9 миллионов рублей. Давайте 999-999. Так вот. А, вроде все правильно написал. Да, лишь бы 99 лямов не поставить, так как такие денежки имеются, и было бы обидно поставить такую огромную сумму. Так, ну давайте проверим, реально ли сегодня окупает. Ну, М5 в 90, ребята, ну, если честно, фигня. Если честно, фигня. Тем более за такую огромнейшую ставку не очень, вообще не очень. Так, дальше идем вот сюда. Здесь у нас еще одна одеждочка заспавнилась. Давайте тоже ее заберем. Давайте 4, 4 и 5. Ставим 4 и 5. И здесь у нас уже открывается контейнер. И здесь нам выпадает Audi, да? Audi, да. Тоже не окуп, ребята, тоже не окуп. Хотя говорили, что сегодня окупает. Ну ладно. Ну, можно забрать мне контейнер мой, пожалуйста? Я хочу забрать. Ну, ой, господи, боже мой, ладно. Придется пользоваться этим контом. Конт? Да ё-моё, сколько уведомлений-то идет, это же вообще жесть. Так, и здесь у нас одеждочка. А одеждочку мы тоже забираем. Ну, ё-моё, все, не работает, ни черта не работает, надо все время конт вводить. Так, продаем за 4 миллиона рублей. Ну, такое себе, такое себе. Ставлю 4,5 вот на такой вот контейнер. Так. Так, здесь у нас что? Здесь у нас еще два дубайчика за 4,5 и за 4,5. Ну тогда оба заберем, я думаю, без проблем, да? Так, придется юзать команду конт, потому что такие траблы случились у нас. И к этому контейнеру тоже подбегаем, тоже пишем конт. Но это на самом деле даже удобнее, когда пишешь конт. Не надо как-то прыгать туда-сюда, чтобы забрать один контейнер. Так. Здесь у нас вот этот как раз открывается, ребят, сори за лаги, очень много народу на контейнерах, воскресенье тем более, я думаю, вы все сами прекрасно понимаете, кстати, окупились, первый контейнер из трех нас окупил, это вообще шики-блеск, я считаю, здесь у нас дубайчик, бам, и здесь, опа, тоже окуп, пацаны, тоже окупаемся. Да, вот это я понимаю, вот это красиво, пацаны, вот всегда бы так, вот всегда бы, и еще один окупил, вау. Вот это вот, пацаны, вот это круто. Это круто. Так. А здесь я обещал отдать один контейнер. Я не буду его трогать, эту девяточку, потому что я обещал ее оставить. Не буду трогать. 4 и 5 ставим. И здесь у нас какой контейнер? Так, давайте конт пропишем. Тоже за 4,5, ребят. Давайте заберем. Контейнер одежды окупают. Ни разу 2,7 не дропало. Либо 4, либо вообще еще больше. И это замечательно. Что тут выпало? И тут гелик выпал, серьезно? Серьезно? Именно тот контейнер, который я решил оставить и дать открыть? Да. У меня просто нет слов, пацаны. Просто нет слов на самом деле. Почему так? Почему так, блин? Так, ладно. Этот контейнер за 4,5 у нас открылся. И мы забираем. Еще один окуп. Что? Офигеть, она окупает. Одежда вообще жесть просто. И тут. А, что? Блин, пацаны, это окуп за окупом просто.
Обалдеть можно! Вот это я понимаю открытие контейнеров. Мы уже окупились, несмотря вообще ни на что. И здесь у нас какой контейнер? Опа, здесь у нас уже наш любимый дубайчик. И мы его забираем. И здесь у нас за 4,5, ребята. Но я думаю, просто грех его не открыть, потому что контейнеры, ну, действительно окупают. Мы уже 2 ляма подняли, вообще спокойно. Абсолютно каждый контейнер нас окупил, пацаны. Я думаю, это вообще замечательно. Правда, наверное, ставочка, конечно, большая на контейнеры за 9 лямов. Но ничего страшного. Ничего страшного, я надеюсь, окупит. Здесь остается 7 секундочек. Надеюсь, никто меня не собирается перебивать. 3, 2, 1. А, смотри, перебил. Ой, боже мой, вот делать-то народу нечего, конечно. Ну да ладно, я-то все равно перебью без проблем. Так, только, знаете, лишь время тянут, вот и все. Либо байтят на то, чтобы я открыл контейнер дороже. Ну, а смысла я в этом не вижу, потому что, ну, мне как-то пофиг, если честно. 9-9-9-9. Опа, ставим еще здесь, открываем контейнер и сразу отбегаем, чтобы не привлекать внимание. Так, там уже открылся конт. Так, здесь, короче, сейчас будут перебивать, да? Сейчас здесь 100% перебьют, и я сразу же тоже быстренько подхвачу и перебью. Да, все, смотрите, вот что он делает. 10-4-4-5-5-5. Вот так, бам, делаем, замечательно. Там у нас опять выпадает фигня, абсолютная фигня. Опять М5 в 90, хотя здесь в предыдущий раз упал гелик. Да, вот это я понимаю некрасиво, вот это некрасиво. Так. О, смотри, перебил. Ну давай поборемся с тобой за этот контейнер. Перебиваем. Давай, перебивай, братуха. Так. И здесь у нас есть еще один контейнер за 9 лямчиков также, но это за 4,5, точнее, за 4,5. Мы его тоже заберем. 4,5. Вот так вот ставим. Замечательно. Просто отлично. Побежали, посмотрим еще, где есть дубайчик. А вот там он у нас как раз таки и есть. Это вот моя одеждочка здесь открылась. Так. Еще один окуп, пацаны, что? Это... Ё-моё, блин, вот это я понимаю. Так. Так вот. Все. Так, идем к следующему контейнеру. Что там выпало у нас? Новый Кадиллак, да? Новый Кадиллак, я правильно понимаю? Но это не окуп, все равно, пацаны, даже при том, что это новый Кадиллак. Блин, лучше открывать одежду, вы посмотрите, как она просто дико окупает. Ну, реально дико. Я считаю это так. Здесь у нас что? Здесь у нас за 4,5, ребята. Забираю все контейнеры Дубай одежды, абсолютно все, потому что окупают, ребята. Пользуйтесь моментом, пока есть, и открывайте эти контейнеры. Так, здесь у нас, ну, такое себе, не окуп, к сожалению. Вижу еще один дубайчик там, давайте быстренько к нему подбегаем, подбегаем, подбегаем. И здесь у нас остается вот этот контейнер. Вот так вот откроем, короче, пофиг, немножечко перепутали. Немножечко перепутали, здесь 2 секундочки у нас остается, быстренько подходим, забираем. Так, давай. А, ну, я забыл. Ой, 2,7 первый раз упало, блин. Ай, вот это я не люблю такое вообще. Так, соседний контейнер, если за 9 лямов. Да хотя я на одежду надеюсь. Хотя я надеюсь, что я не накаркал в первую очередь про одеждочку. Было бы очень обидно. Ладно, я не буду трогать. Хотя мы договаривались на один контейнер, то, что я им оставляю. Ну ладно, пощажу, так скажем. Так, о, наконец-то, ребята, хоть что-то выпало, BMW i8, наконец-то мы окупились на этом контейнере, это замечательно, конечно, не так круто, как гелик, но, ладно, все же окуп, ребята, не буду закатывать губу, но гелик или ламборгини, ребята, мне уже с контейнера не падали где-то полгода. И это на самом деле очень и очень печально. Там вижу, кстати, еще один дубайчик. Надеюсь, я до него успею, если что, добежать. Здесь нам выпадает 4 ляма. Ну ладно, не страшно. Не страшно, не обидно. Так, тут... А, тут уже открылся он, да. Это одеждочка у нас была. А подождите, одеждочка-то не моя? Одеждочка-то моя, блин. Ой, боже мой. Я так забегался. 2,7. Вот, все, пацаны, накаркал. А такой хороший окуп был, между прочим. Окупало, просто будь здоров. Так, идем к следующему контику.
Так, здесь у нас тоже одежда. Но одежду, естественно, забираем. Хотя я ее уже так нахвалил, что она стала только 2,7 дропать. Ну ладно, ладно. Я прощаю, так скажем. Еще вот одна одеждочка у меня тут открылась. Блин, пацаны, я так быстро бегаю и все открываю, что я даже не замечаю. Кстати, окуп. Окупились. Вот это круто, пацаны. Вот это круто. И там еще один контейнер у меня открывается. Блин, пацаны, ну это вообще имба. Просто имба. 10 секундочек здесь остается, и давайте заберем вот этот вот контейнер. Так, больше дубайчика я нигде не вижу. Все, дубайчика у нас больше нет. Так. И забираем наш окуп. Бам! Ну, 4 миллиона, ребята. Кстати, серия получилась очень классная.